Гейдар Алиев – общенациональный лидер азербайджанского народа. Я горжусь тем, что я азербайджанец. Гейдар Алиев. Гейдар Алирзаоглы Алиев – общенациональный лидер азербайджанского народа, друг детей и молодежи. Он родился 10 мая 1923 года в азербайджанском городе Нахчеван в простой, трудолюбивой семье. Гейдар Алиев был очень талантливым человеком. Его талант проявлялся во всех сферах. Гейдар Алиев прекрасно знал историю, литературу. Он проявлял большой интерес к изобразительному искусству и занимался рисованием с юных лет. Гейдар Алиев был очень смелым и мудрым человеком. Благодаря этим качествам он смог избавить наш народ от тяжких бед. Разгоревшаяся в Нагорном Карабахе война ежедневно уносила жизни не только защитников Родины, но и мирного населения. И только Гейдар Алиев смог остановить это кровопролитие. Гейдар Алиев сыграл большую роль в укреплении независимости Азербайджана, всестороннем развитии нашей страны. Заветной мечтой Гейдара Алиева было видеть Азербайджан мирным, процветающим, единым и могучим государством. Он верил. Верил в каждого из нас. Верил в то, что мы всегда будем любить и беречь нашу Родину. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами. Но он живет в наших сердцах. Живут и будут вечно жить его дела и его идеи.